Всех вас приветствую на рыбалке. У нас последняя локация в Австралии. Как-то, конечно, она не очень там разнообразна в пейзаже, но называется она «Просторы океана». Еще раз повторяю, это последняя локация, которая на данный... Ой, последняя... Ну, может, да, локация. В Австралии на данный момент она именно последняя, других больше нет. Мы с вами везде уже побывали. И в следующий раз, уже в следующей серии, мы будем добивать локации в Африке. А их там еще много. Ой, в Африке, господи, извините, в Африке мы уже все добили. В Азии, друзья, в Азии. Ага, не то я включил. Все, завершаем. Устраивайтесь поудобнее, приятного просмотра. Единственное, что осталось, это сказать, что оно идет с первого уровня, но необходимо иметь пропуск на нее. Ну, в общем, все, я замолкаю. Приятного просмотра и не забывайте подписываться.
Yeah.
Друзья, ну вот на этом и все. Наше путешествие по Австралии закончилось. Почти вот это сейчас белую акулу выловим. 100% это она. Мы с вами уже 3 континента обловили. Ну, белая акула. 3 континента обловили. Это Антарктида, Африка и Австралия. Теперь мы переходим в Азию. Не забывайте подписываться, главное, не болейте, не грустите. До новых встреч. Я обязательно к вам вернусь. Всем пока-пока.